Отдаем. Все, лучше. О, это оставлю, а я про нее тоже забыла. 8-10. Она мне уже давно маленькая. Нет! Всем привет! И вы снова на нашем канале Сестрички Лай. Я Маргарита. Я Ксюша. И сегодня у нас видео про наш гардероб. Вы очень просили. Мы сегодня будем перебрать всю нашу одежду. Посмотрим, что маленькое и что не будем носить. Ну что, а вы, как всегда, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. А мы погнали. Открываем вот эти вот дверцы. Тут у меня толстовки и штаны. Это мои ремни. Такой вот черненький ремешок, такой черный с желтой полоской. Такой в клеточку. Я их ношу, поэтому я их оставлю. Очень много толстовок, больше, чем штанов. Вот внизу лежат все мои штаны, которые мне уже маленькие. В общем, нужно показать Ксюше, если она их будет носить, то отдадим и ей. Давайте начнем с курточек. Вот у меня такая синенькая. Здесь на карманах вот такие вот вставочки и на капюшоне. Ее я оставляю, потому у меня такая джинсовая куртка, но она очень красивая, но она мне маленькая. Поэтому я ее отдам Каролине. Тут у меня еще такая вот жилетка. Я ее буду носить еще. Дальше вот такая вот курточка, тоже очень тонкая, весенняя, летняя. Она немножечко потерлась, но она мне еще как раз, поэтому я ее оставлю. Тут у меня такие зеленые штаны. Конечно же, я их оставлю, они очень тепленькие. И как раз буду их носить осенью. Дальше тоже такие спортивные штаны с лампасами. Их я тоже ношу в школу, поэтому оставляем. Так, джинсики. Здесь очень яркий принт. В них я тоже хожу в школу. Здесь только черные штаны. Штаны с лампасами в клеточку. Еще одни черные. Они тоже самые любимые. Тут много кармашков. Тут кармашек, на коленке кармашек. Тут еще сеточка. Переходим к штанам. Так, дальше. Вот у меня здесь зеленые штаны. Здесь у меня вот такие. Вот они тоже очень красивые. Вот такие джинсы. Порванные коленки. Дальше еще штаны. Это черные штаны с лампасами. Красные и зеленые. Они новые, поэтому я их носить буду. И оставлю. И это еще спортивные штаны. Здесь на коленочках вот такая вот вышивка. Так, теперь джинсы. Это вот такие вот с этими девочками. Они мне немножечко большие. Дальше вот такие вот еще джинсы. Я их тоже ношу. Вот они мне как раз. Здесь очень красивый принт. У нас с Ксюшей одинаковые. Дальше вот такие вот розовые штаны, спортивные леггинсы. Они тоже новые. Мне их мама подарила. Здесь надпись еще какая-то. Ну и вот эти вот штаны, в которых я сейчас. Так, со штанами мы закончили, а сейчас толстовки. Это мне тоже на осень. И еще одни штаны, они старенькие. Они уже все в катышку. И они мне, наверное, уже маленькие. Нет! Я их убираю в сторонку. Эти я оставлю, потому что это мой любимый цвет. Такой желтый, зеленый, салатовый. Это черные джинсы. Тоже для школы. Вот эти я уберу. Эти джинсы раньше носила Маргарита. Она их очень сильно растянула, они мне большие. Тут тем более. Они классные, но они мне не подходят. Очень большие. Эти штаны тоже Маргарита. Я их никогда еще не носила. Это на 8-9 лет. А мне 10. Так, следующая вешалка. Здесь тоже леггинсы. Вот такие черненькие, не знаю, если их оставить. И у них такая полосочка блестящая. Тут волосы бантины. Тут волосы цепляются. Наверное, оставлю. Ну, сколько лет? Ну, 9-10, да, оставлю. Еще годик. Это леггинсы с розовыми полосками. Оставлю, буду носить дома. Еще штаны. Откуда столько штанов? Это спортивные штаны, вот эти я оставлю. Это мне бабушка подарила. А вот эти можно уже убирать. У них еще есть толстовка. Толстовка, наверное, тоже. Так что убираем. И последние штанишки в красную клеточку. Они мне очень нравятся, я их оставлю. И еще одни леггинсы с такими блестяшками. Не знаю, оставить или нет. Зачем столько много штанов? Ладно, оставлю.
толстовочек больше, чем штанов. Посмотрим, может быть, какая-нибудь уже маленькая. Я думаю, это у меня уже маленькая. Это спортивная курточка. Мне ее подарила бабушка. Вот такая вот. Это наш мерч. Вот такая вот толстовочка с единорогом. 8-10! Она мне уже давно маленькая. Дальше вот такая вот еще Симба. Я ее точно оставлю, потому что это же так мило. Это тоже мне мама покупала. Но ее нужно почистить. Она вся в шерсти. Бонни! Дальше у меня вот такая вот кофточка. Тоже очень красивая. Здесь очень классный единорожка. Он такой плотный, посмотрите. Вот. Крутой очень. Все, со штанами закончили. Теперь толстовки. Первая толстовка это наш мерч. Такой вот принт на спине. Follow your dreams. Эти толстовочки можете найти в нашем магазине. Ссылочку оставим в описании. Кстати, на них сейчас скидка, поэтому успейте. Смотрите, она очень теплая. Эта толстовка раньше была Маргаритина, теперь моя. Она мне очень нравится, я ее оставлю. Она с капюшоном, и тут такие шнурочки по бокам. Тут у нас вешалка такая черная. Дальше такая толстовка, моя любимая. Кьютелла. Я ее тоже оставляю, тут тоже капюшон есть. Дальше мне такая толстовка, она мне очень нравится. Здесь как будто бы сумочка. Тут она открывается. Можно чего-нибудь положить, конфетки и кушать на уроке. Так что оставляем. Дальше. Ой, такая толстовка носа. Она еще нормально. Буду ходить в школу. Так, следующая толстовка такая красивая. Такая серенькая. Тут желтая надпись. Нью-Йорк. А тут я ее оставлю, она мне еще как раз. Тут у меня такая толстовка с единорогом. С единорогом я больше не ношу, я это как бы взяла. И она мне маленькая. Угу. Это комбинезон. Что-то я про него забыла. Здесь на 9-10 лет. Так что еще буду носить. Такая толстовочка с девочкой. Она переливается. Тоже оставлю. Доношу этот год. Не знаю, если она мне... Нет. Еще можно поносить. Последний год. Эта толстовка вот такая вот желтая. Она вся в порезах. Вот здесь. Вот. Она мне тоже как раз. Дальше вот такая вот толстовка. Тоже очень классная. Я обожаю Микки Мауса. Вот такой вот укороченный худи. С единорожком. Дальше у меня вот такая вот рубашка. Мне очень нравится в клеточку. И вот еще такая вот толстовка. Оранжевая. У нее размер XS, поэтому она мне еще кукурузная. Еще один наш мерч. Розовенький такой. Очень миленький. Посмотрите, какой здесь принт на спине. Очень качественный. Не отпадает. На наш мерч сейчас скидка. Поэтому переходите по ссылке в описании и заказывайте вот такие вот крутые мерч. И ленточка. Cute Angel. Еще одна толстовка вот такая. Ее тоже мама для себя купила. Но я ее забрала. Я люблю носить толстовки большого размера. Я думаю, толстовки я больше не буду покупать, но что-нибудь пойдет. Так, дальше. Вот такая розовая. Тут бабочка. Каролина. О, это оставлю. Я про нее тоже забыла. Зеленая такая. Красивая. Тут написано Hello. Как же я могу ее зеленую не носить? Дальше такая же розовая Нутелла. Тоже оставлю. Укороченная худи. Я ее оставлю. Она очень теплая и красивая. Помните, это еще тоже Маргарита носила. Теперь она мне как раз, я тоже оставлю, она очень красивая. Мне нравится такой стиль милитар. Это носить я тоже не буду. Курточка, она очень теплая, я ее тоже оставлю. И такие две рубашки я их тоже оставляю. Эта розовенькая мне уже маленькая. Да. Это еще не маленькая. Это можно брать. Все, здесь вещи закончились. Вот у меня майки. Здесь у меня футболки, эти мы покрасили. Моя самая любимая футболочка с этой девочкой. Тут у меня шорты такие черные. И такие же, ну, такие бежевые. Теперь эта полочка, то есть раз, два, три. Здесь у меня всякие летние маечки. Вот такие вот, например. Вот. Вот это вот зелененькое. Я пока не буду убирать летнюю одежду, футболки и майки, потому что у нас еще не так уж и холодно. Я еще как бы могу ходить в майках и в шортах иногда.
Вот это вот мои любимые шорты. К ним еще есть вот такая вот маечка. Материал очень мягкий. Вот эти вот шорты мне уже маленькие, я их отдам Ксюше. Вот это вот мои любимые джинсовые шорты. Все такие порванные. Хорошо, что здесь закрыто. Я надеюсь, их на следующий год еще один. Вот эти вот шорты на 10 и 11 лет. Они мне на следующий год 100% будут маленькие. Потому что мне уже в этом году исполнится 12. Поэтому я их уберу. Так, вот еще вот такая вот курточка. Она раньше была мамина. Её не забрала. Это юбка шорта. Спереди юбка, а сзади шорты. Это были джинсы, я их обрезала. И тут нарисовала. Биалиш. И тут сеточку. Это моя коллекция панамок. Вот такая двухсторонняя. С одной стороны клеточку, а с другой черная тут надпись. Следующая панамочка это Билли Айлиш. Еще такая зелененькая. Такая панамка Adidas, она мне чуть-чуть большая. Поэтому я ее пока не ношу. Еще одна такая огненная. Огненная. Еще мои три любимые шапочки. Одна такая красная, тут написано Билли Айлиш. Такая оранжевая. Моя самая первая. И зелененькая. Еще вот такая вот курточка. Надо померить. Маленькая. Отдай я! Я лучше. Ну что, ребята, вот мы вам и показали весь наш гардероб. Ксюше я еще покажу одежду, которая мне маленькая. Будет она ее носить или нет. Потому что у нее очень интересный стайл. Как вы уже заметили, у нас стили очень разные. Ну а на сегодня все, ребят. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Пока.